рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 6 ноября на телеканале ПС состоится прямая трансляция благотворительного концерта в поддержку детей, от которых отказались родители. Команда клуба «Колесо», а также архангельские и северодвинские группы «Be Happy», «Life» и «Корица» решили объединить свои усилия и помочь детям, живущим в детской больнице города Северодвинска. Смотрите трансляцию благотворительного концерта в 19 часов. На телеканале ПС начинается хоккейный сезон. 8 ноября прямая трансляция с чемпионата России по хоккею с мячом. На стадионе «Труд» встретятся команды «Водник Родина». Начало трансляции в 19 часов. По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию телеканала ПС. Звоните 639-720. Откройте город вместе с нами.